Сотрудники Мособлпошспаса предотвратили несчастный случай в Октябрьском. Недавно они спасли 3-летнюю девочку, которая находилась дома без присмотра. На подоконнике 7-го этажа ее обнаружили соседи. Наш корреспондент Луиза Егиазарян встретилась со старшим смены, чтобы узнать подробности происшествия. Бригаду спасателей вызвали бдительные местные жители, которые обнаружили ребенка на опасном объекте. Через 1,5 минуты на указанный адрес прибыли сотрудники 232-й пожарно-спасательной части. Когда уже мы подъехали на место, мы увидели, что вот здесь на 7-м этаже на подоконнике сидит ребенок. Старший смены Махач Исмаилов принял решение не вскрывать квартиру, чтобы не напугать ребенка. Спасать девочку пришлось с помощью альпинистского снаряжения. Доступ к окну дали жители 9-го этажа. Спасатель Коноплев, я его одел специальное оборудование, привязал веревки к себе, сделал ему страховку. И, соответственно, он по веревкам с помощью альпинистского снаряжения спустился на 7-й этаж. Боку как и подошел к ней, чтобы девочка не испугалась. И как и подошел, начал сразу с ней общаться, разговаривать, чтобы она не растерялась. И уже вместе с ней зашел домой. Кроме ребенка, в квартире никого не оказалось. Как выяснилось позже, девочку оставила без присмотра старшая сестра. Пока она спустилась на 1 минуту в магазин, 3-летняя Кристина с помощью стула взобралась на подоконник и самостоятельно открыла окно. К счастью, благодаря грамотным действиям спасателей, у этой истории оказался счастливый конец. Мама, она просто была в шоке. Она даже не понимала, что делать, что говорить. Она просто была в шоке. Об этом случае рассказали на еженедельном оперативном совещании в администрации. Быстро и грамотно сработали, слаженно. Я считаю, так героические действия. И очень быстро коллектив сработал. Сами же спасатели, как всегда, героями себя не считают. Говорят, работа у нас такая. И в очередной раз советуют родителям не оставлять детей одних без присмотра. Луиза Егиазарян, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.